Всем привет, друзья, это я. Снова с вами. Вчера был лед, было не очень. Сегодня тот же лед, только еще и очень холодно. Зая, тебе холодно. Я замерзла, не могу. Машина была утром прогрета. А сколько нас сейчас не было в машине. И все, и дубак. И сижу, и прямо холодно. И у меня даже эти коленки замерзли. О, пар. Страшное дело. А идешь, когда по снегу, он хрустит, знаете, как это вот по стеклу, по осколкам идешь. Вот до такой степени. Это кошмар. Люблю зиму, люблю. Очень. Да. Вчера мы хлеб не купили. Сейчас Чебурашка едем за хлебом. Ой, не знаю. Погода. Самое чего. Я сегодня буду делать эти оладьи. В предыдущем видео я выложила. Все-таки я их сделала. А в этом видео я сделаю шоколадный торт. 10 минут и тортик готов. Очень быстро, просто, очень вкусно. Только я там подпишу наверху, что туда добавлять. Но самое, он вкуснее намного становится, когда он в холодильнике постоит, когда он холодный такой вот. Горячим его кушать, это знаете, как этот, ну как булка будет, как эти кексы вот эти вот. А надо, чтобы в холодильник. И он охлаждается, становится такой вот. Очень вкусно. Так что видео до конца смотрите. В конце шоколадный тортик. Ну, тортик шоколадный. О боже, очень вкусный. Будет. Да, посмотрите рецепт обязательно и приготовьте. Да, вам понравится. Еще раз напоминаю, что ссылка на Яндекс.Дзен в описании канала. Там все ссылки на Яндекс.Дзен и там, и в описании под видео. Сейчас буду все время активно вас призывать туда подписаться. Там видео будут выходить в первую очередь. Там интересно. Там будут впоследствии видео, которые здесь не будут. Вот. Так что обязательно всех вас там жду на Яндекс.Дзене с нетерпением. Активно. Прям. Светофор, я уж испугалась, думала, пробка ехать 2 минуты. А то... Это что такое? Вот это вот... Не пугай меня. Чебурашка. Простоквашка. Сашка. Ну, не будем дальше. Ну, там, понятно, что там дальше. Что? Это ты не пристегнулся. Я не знаю, что она так этот... Да это грузовик сзади. Нет, ну мы когда тормозили, это же не грузовик. Мы не тормозили. Я вообще не тормозил. Вообще без тормозов, знаете. Ну, вообще, тормознутый. Так что шоколадный тортик обязательно сегодня в конце видео выложу рецепт вкусненько. Приготовите, охладить его надо и прям даже на балкон выставить в такую погоду. 2 минуты и все готово, знаете. Какие 2 минуты? Вынесли, подержали, занесли сразу обратно на руке прям. Все, охладился моментально. Моментально. Быстренько так. Скользко очень, люди еле идут. Как идут? Проползают. Так, скорее, чем идут. Невозможно ходить, невозможно. Это сплошной лед. Не помогают даже вот это вот, как это... Ерунда, которую они посыпают, чтобы не скользить. Какой там? Тут я не знаю, чем надо посыпать, чтобы не скользить. Это просто. Ну, лед, сплошной лед. Погода-то, шутки природы, знаете, прям. Слов нет у меня. Вот, мы сейчас это за хлебушком. И, как обычно, у нас картошка закончилась. Ни одной картошенки не осталось. Я не знаю, это прям
Прям хоть дома рассаду делай, рассаживает картофан, потому что невозможно, я не знаю, это в каких количествах надо ее покупать. Нам ее хватало. У нас макароны с рисом, с гречкой так не идут. Ну, у нас, в принципе, это не особо кто ест. Но картошка просто вот. Я надеюсь, ты со мной сегодня. А то у меня нервы вся на грани. Нервы сдали, все, нервы мои уже все, не работают. Вот, правильно, да. Зая, уже встал, уже пошли. Так, мне картошка, морковка, я захочу. Пошли. Дай ручку, пока выйдешь еще. Застряла. Что-то все скрипит, это от холода, наверное. О, слышишь ты, да? Это как ее, лёды. Саника, пакет все утрамбовал. Да, сходили. Слушай, невозможно. 15 градусов. Сейчас заедем огурцы и мяско надо взять какое-нибудь. Или котлеты, не знаю, что-нибудь на второе не горячее. Там нет. Ну как там есть, но если ты успеешь, то хорошо. Да. Обязательно до конца смотрите, там рецепт вкуснячего шоколадного тортика. И не забудьте подписаться на Яндекс.Дзен. Я вас всех там с нетерпением жду. Там платформа тоже довольно такая интересная. Ну, там я, это уже, в принципе, уже интересно. Так что не забудьте, да? Видео смотрите до конца, ставьте лайки, комментируйте. Ну, вы сами все знаете, понимаете. Всем хорошего настроения, погодки хорошей. Пускай холодно, пускай, да, но чтобы не грязно, не скользко. А так, знаете, вот морозец такой хороший, добрый. А это что это такое? Ну, я люблю зиму. Да, я лето не очень, а зиму, да. Туда. Извиняюсь. Всем хорошего настроения. Всего самого-самого, друзья мои. Чтобы побольше позитива, несмотря ни на что. Все будет хорошо, правда? Конечно. Всем удачи. Всем пока.